На перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой в Ярославле автомобиль сбил пешехода. ДТП попало в объектив видеорегистратора одного из сотрудников городского телеканала. На кадрах видно, что мужчина решил пересечь проезжую часть на красный сигнал светофора и к тому же вышел на дорогу из автобуса. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, который двигался с приличной скоростью, не успел затормозить. Пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован. Пострадавший находится в реанимации. Кто виноват в произошедшем, предстоит установить сотрудникам ГИБДД.